Сотрудники Карачаево-Черкесского филиала «Росгидро» совместно с педагогами общеобразовательных учреждений приступили к проведению уроков электробезопасности. В первом квартале такие уроки уже прошли в школах Зеленчукского, Жигутинского и Карачаевского районов. Из поселка Правокубанский репортаж Мурата Джанкезова. Вдаль деревням, городам он идет по проводам. Светлое величество – это электричество. В ходе тематических занятий дети узнают, какую важную роль играет электроэнергия в нашей жизни. Именно она дает нам свет, тепло, приводит в движение различные механизмы. Но, оказывая огромную помощь людям, электроэнергия таит в себе смертельную опасность. Но только для тех, кто не знает или пренебрегает правилами электробезопасности. Нельзя касаться оголенных проводов, по которым идет электрический ток. Компания «Росгидро» на протяжении текущего года будет проводить такие мероприятия по обучению школьников и дошкольных учреждений, а также муниципальных предприятий о вреде и пользе электрического тока. Это очень значимо. А что касается детей, значит, в преддверии летнего сезона дети должны понимать о том, куда они могут ходить, какие знаки и плакаты есть, что эти знаки и плакаты обозначают, насколько можно близко приближаться к электрическому току. Для детей это будет полезно. Профилактическая работа по предотвращению случаев электротравматизма среди детей и подростков компанией «Росгидро» проводится на постоянной основе. Школьникам дают развернутое представление об опасности электрического тока. Главная заповедь звучит так: «Безопасного тока не бывает». Я узнала, что нужно вытаскивать зарядку для телефона из розетки, что нужно выключать все приборы после их использования. Еще очень много-много интересного. Я поняла, что очень важно знать правила безопасности в обращении с электричеством. Я обязательно расскажу об этом своим братьям. На уроках ученикам рассказывают о правилах пользования электроприборами при помощи наглядного материала – пособий, памяток и листовок. Дети с интересом слушают энергетиков и задают уточняющие вопросы. Мурат Джанкезов, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.